Приветствую вас на канале компании International Business. Меня зовут Ирина Яновская, и сегодня я поделюсь с вами последними миграционными новостями из Украины. Авиаперевозчик Белавия возобновит транзитные рейсы между Украиной и Российской Федерацией через Республику Беларусь, город Минск. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика. Рейсы из Минска в московский аэропорт Домодедово возобновятся с 30 сентября и будут выполняться еженедельно по средам. Стыковки московских рейсов с рейсами в Украину станут доступны для бронирования 7 октября и также только по средам. На данный момент предложение Белавия позволяет добраться быстрее всего из Украины в Россию и обратно. Государственная пограничная служба Украины объяснила о принципе пропуска иностранцев в страну и правилах самоизоляции. Теперь въезд в страну возможен при наличии полиса страхования, который выдан зарегистрированной в Украине страховой компанией. Также действительным считается полис, который выдан иностранной страховой компанией при условии наличия представительства на территории страны или договорных отношений со страховой компанией, партнером из Украины. Важно отметить, что страховой полис должен покрывать возможные расходы, связанные с лечением COVID-19 или обсервацией, и действовать в полный срок пребывания иностранца в Украине. В свою очередь, требование о самоизоляции будет распространяться только на иностранцев, прибывающих из стран красного списка Украины. Правило будет действовать до завершения карантина. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей, связанных с иммиграцией. С вами была Ирина Яновская. Увидимся в следующих видео.